доброе утро. И это утро у меня началось с кардио. Я сейчас занимаюсь на степпере. Сейчас я вам покажу. Вот я уже начала заниматься на своем степпере. Коврик под него стелю, чтобы он сильно не стучал. Все, я сейчас буду заниматься, потом в душ и уже потом только завтра. Все, я отзанималась 15 минут на степпере. По утрам на голодный желудок я обычно где-то 15-20 минут занимаюсь. Ну, а так как я давно не занималась, поэтому я 15 минут пошагала. И сейчас отправляюсь в душ. Теперь у меня время завтрака. И на завтрак у меня шоколадный кекс, который мы с вами вчера пекли, и черный чай. Посмотрите, какой он замечательнейший. Дети уже его оценили, сказали, что очень вкусно. Он получился такой воздушный, нежный и очень-очень шоколадный. В общем, мне приятного аппетита. Сейчас буду готовить обед и хочу приготовить макароны, вот такие ракушки. И здесь я достала фарш, сделаю что-то вроде соуса болоньезе. В общем, фарш и томатная паста, лучок, все это потушу. Не буду использовать масло, жарить не буду, просто фарш, томатная паста, лук, соль, перец и водичка. И все, будет вот такой у нас обед. Но обязательно дополню салатом из свежих овощей. Вот обед мой готов. Макароны
с соусом болоньез. И я решила не делать салат, а просто свежие овощи. Здесь у меня огурчик и сладкий перец. Приятного мне аппетита! А у меня сейчас такой как бы ужин на перекус. Захотелось мне, в общем, творога со сметаной. Здесь у меня 100 грамм 5% творога и 40 грамм 15% сметаны. Сейчас буду перекусывать. Возможно, позже еще съем какой-нибудь салат, но пока вот именно захотелось творога. Сегодня решила поужинать вот таким вот салатиком, потому что время уже, в принципе, около 8, и как-то ничего такого более тяжелого не хочется, поэтому буду вот такой салат. Здесь листовой салат, огурчики, помидорчики, одно отварное яйцо, совсем немного горчичного масла холодного отжима, и вот такие вот семечки добавила, которые я добавляю в хлеб свой зерновой. Здесь кунжут, лен, семечки подсолнечника и тыквенные семечки. И вот такой вот вкусный ужин у меня будет. И очень даже не калорийный. Ну, а на этом хочу с вами попрощаться. Пожелать вам всего самого-самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока!